В США в рефрижераторе грузовика нашли 60 мигрантов. Люди лежали среди контейнеров с брокколи. В американском штате Техас пограничники спасли 60 нелегальных мигрантов, которые находились в холодильной камере грузовика, сообщает Fox News. Лежавших среди контейнеров с брокколи мигрантов обнаружила собака пограничников. Двери холодильной камеры были закрыты, и мигранты не могли оттуда сами выбраться. Температура внутри составляла около 8°C. В числе мигрантов были 22 гражданина Гватемалы, 17 мексиканцев, 13 сальвадорцев и 8 уроженцев Гондураса. Водителя грузовика задержали за нелегальную перевозку иностранцев. Самолет из Украины доставил нелегалов в Словакию. Напомним, ранее во Франции в холодильнике грузовика нашли 26 мигрантов. По материалам сайта news.com.